Скажите, как вас зовут, пожалуйста? Николай. А, фамилия есть, можно? Стародуб Николай Михайлович. Ну вот эти вот снаряды слышны, это что? Это с их стороны летят снаряды. Что за, как думаете, что за калибр? Ну, это миномет. Миномет. В целом ситуация какова вот здесь у вас? Очень напряженная ситуация, потому что, слышите как, в нашу сторону все летит. А мы не можем ответки дать, потому что там люди живут. Только стрелковая, да? Да, только стрелковая. Но это на испуг берете? Или как? Или они уже ничего не боятся? Они уже ничего не боятся, это обкуренные, им одинаково. Угу. Понятно. Ну вот в целом ситуация, удерживать позиции удается? Удается. Вы как, духом не падаете? Не, мы духом не падаем, мы наоборот, бодрые. И духом не надо падать, потому что мы наша Украина, повинна бути Україною. І нашу землю не повинен ворог топтати. От сьогодні ви говорили, був обстріл. Можете розказати більш детально об этом? Коли, в якому часу, що було? Началось где-то в 11, пол 11 ночі, закончилось все пол 5 утра. Мінометний обстріл, то все було. І от зараз продовжується, так? Да? І зараз продовжується. Вважаю! Спасибо. Вже за полчаса.